Здравствуйте, меня зовут Сергей, я представляю компанию «Земледелец». Мы занимаемся садовой техникой, также инструментом и оснасткой. В преддверии дачного сезона я хочу рассказать вам о мотоблоках и культиваторах «Нева». Наша компания является официальным дилером завода «Нева» «Красный Октябрь», Санкт-Петербург. У нас представлена наиболее полная линейка данных мотоблоков и культиваторов, и сегодня я хочу рассказать о некоторых из них. Сейчас я хотел бы рассказать вам о мотоблоке Нева MB2B60FS. Преимущество данной модели заключается в том, что она имеет фару и имеет стартер. Стандартное оснащение данной модели мотоблока входит резиновые колеса, расширители колесной базы, фрезы и дополнительные крылья. Основным преимуществом мотоблока данного производителя является усиленный шестеренчатый цепной редуктор с возможностью разблокировки на одно колесо. Теперь давайте поговорим о тактико-технических характеристиках данного мотоблока. Масса данного мотоблока составляет 100 кг. Количество передач 4 вперед, 2 назад. Глубина обработки 20 см, ширина от 86 до 170 см, в зависимости от того, сколько фрез вы повесите на данный агрегат. Теперь я хотел бы пару слов сказать о том, что же такое мотоблок. Мотоблок – это чрезвычайно универсальное средство. К мотоблоку можно подсоединять большое количество навесного оборудования, что делает его в какой-то степени уникальным средством для сельской местности. Спектр навесного оборудования включает в себя оборудование для обработки почвы, оборудование для кошения травы, оборудование для уборки снега, оборудование для перевозки каких-то предметов, типа тележки. Особенно хотелось бы отметить качество данной продукции. Дело в том, что завод «Красный Октябрь Нева» имеет собственное литейное производство, которое основывается на импортном высокотехнологичном оборудовании. Кроме того, «Красный Октябрь» устанавливает на данные мотоблоки только лишь зарекомендовавшие себя двигатели. Для наглядности сейчас мы хотели бы продемонстрировать данный мотоблок с навесным оборудованием, которое предназначено для окучивания земли. В качестве примера мы бы хотели показать, как оборудуется мотоблок для окучивания земли. На данном примере представлен окучник двойной, представлены грунтозацепы. Именно для окучивания земли, прошу это особым образом отметить, потому что для плуга используются другие грунтозацепы. И представлен утяжелитель. Как я уже сказал, мотоблоки оснащаются большим количеством навесного оборудования. И в данном видеообзоре невозможно перечислить весь спектр данного оборудования. В следующих обзорах мы постараемся подробно рассказать о каждом виде навесного оборудования, показать его в действии. Наша компания в Нижнем Новгороде представлена тремя магазинами, которые расположены по следующим адресам. Улица Родионова, 197, проспект Гагарина, 168В, улица Большая Печерская, 68А. Также мы имеем свой филиал в городе Кстово, который расположен по адресу 40 лет Октября, дом 21. По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться по телефону 216 15 16. Чтобы быть в курсе последних новинок, подписывайтесь на наш канал. Под данным видео вы найдете ссылку для перехода на наш сайт.